R&A Production представляет галоконцерт солистов-виртуозов из Австралии, Аргентины, Бразилии, ЮАР, США, Казахстана и России. Филармония, 18 ноября, 18 часов. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ксения Оземко. Большой гала-концерт «Виртуозы мирового балета» с участием солистов-виртуозов из Австралии, Аргентины, Бразилии, ЮАР, США, Казахстана и России. 18 ноября, 18 часов, филармонии. А теперь о погоде. Циклон, принесший потепление на Урал, завтра отправится дальше вглубь Сибири. А наш регион окажется в более прохладной тыловой части вихря. Так что осадки приобретут кратковременный характер, а температура станет понемногу понижаться. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске кратковременные осадки. Температура днем -1, +2. В Кургане ночью облачно с прояснениями. Пройдет снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 0, -2. Днем в Кургане облачно с прояснениями. Кратковременные осадки. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 0, +2. Атмосферное давление будет расти. 9 ноября солнечная активность и геомагнитное поле спокойные. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!